Всем привет, с вами Женя и английский за одну минуту. Глагол to have – иметь, владеть, обладать. Есть две формы глагола to have в утверждении. I, you, we, they – тогда have. He, she, it – тогда has. I have a dog – у меня есть собака. He has a dog – у него есть собака. Для отрицания используем помощник don't – doesn't перед глаголом to have. I, you, we, they – don't have. He, she, it doesn't have. I don't have a dog. У меня нет собаки. He doesn't have a dog. У него нет собаки. Для вопроса помощник do, does используем в начале предложения. Do, I, you, we, they. Does, he, she, it. Do I have a dog? Есть ли у меня собака? Does he have a dog? Есть ли у него собака? Английский за одну минуту.